концерт для квинтета «Либерти» первый в этом году. Но на сцене они не одни. Вместе с профессиональными музыкантами известной композиции играют и совсем юные ученики из музыкальных школ Тирасполя и Копанки, а также ансамбль духовых инструментов села Ближний Хутор и квартет саксофонов «Спиранца». Сегодняшний концерт – это новое слово такое в нашей практике, когда мы к себе в концерт приглашаем вот юные дарования Приднестровья, юных талантов, то есть всех тех, кто был лауреатом республиканского конкурса «Юный исполнитель Приднестровья», кто получил сертификат на участие вот в совместном концерте с Государственным квинтетом «Либерти». Мотивы известны всем. Полет шмеля Римского-Корсакова, веселый саксофонист Уильяма Тайлера и другие. Все это не оставило равнодушным никого. Даже сами участники коллективов не могли устоять на одном месте. Концерт изумительный, детки просто волшебные. Село Копанка сразило наповал. Честно говоря, не ожидал от них такого. Их квартет просто сногсшибательно играет. Необыкновенное ощущение. Самое главное, что рядом со мной был мой сын, который смотрел восторженными глазами. Для него было очень много интересного. Он задавал больше вопросов, нежели даже, наверное, успевал слушать музыку. Нам очень понравилось. Зрителей порадовал квартет «Спиранца». Коллективу всего 2 года, но они уже заняли первое место на республиканском конкурсе юных исполнителей Приднестровья. А самые юные музыканты признаются, чистая и виртуозная игра стоит им многих месяцев ежедневных репетиций. Возможность играть на одной сцене со знаменитым квинтетом «Либерти» – очень важный момент в жизни каждого юного музыканта. Ответственность за то, что мы играем с таким знаменитым квинтетом, как «Либерти». Волнение, что ты стоишь с ними на сцене, и тебе очень приятно, что с такими знаменитостями знаком. Организаторы концерта уверены, совместное творчество юных и профессиональных музыкантов не последнее. В будущем квинтет «Либерти» планирует снова выступить с молодыми исполнителями. А пока готовится к Международному фестивалю искусств «Мерцишору». Анастасия Чернезинская, Анна Шерпл, Александр Чебан, Первый Приднестровский.